У нас в прошлое воскресенье Оля привела женщину, у нее муж в коме. Переводишь, да? Миналата неделя доведуха една жена, и мъжа ей беше в кома. Он упал с какого-то этажа, да? С какого этажа? С пятого этажа. Паднал и от пятого этажа. А с 5 метров он упал, от 5 метров получил повреждение и впал в кому. Получил повреждение и спаднул в кома. И Оля стала ей свидетельствовать, привела в церковь, она была она в зал не заходила. И Оля запошла на свидетельство. Потом после собрания они пошли с пастором, помолились. Он сказал, службы, как себя вести. Тишки, да се помоли с пастора, то и казал, как да се държи. Они пошли потом, она пошла в палату. И тя после влязла в палату-то. Сначала он стал реагировать, и потом, когда пришли дети, он открыл глаза. Той започнал да реагирует, когда влезли децата му, той си отворил очите. И знаете, откуда мы это узнали? И знаете ли, откъде сме го разбрали? Когда Аня пошла к своей знакомой. Когда Аня отиди пред своята позната. Эта знакомая говорит, вот эта женщина. Тази позната каза, тази жена. Мне рассказала. Ми разказа. Что она пошла к твоему папе. Че отишла при баща ти. Как врачу. Като при лекар. И вот произошло такое. И се случи това. И Аня говорит, она пошла к нам не в клинику, она пошла в церковь. Тя каза, тя не пошла в клиника, ми на църква. Понимаете, люди стесняются говорить о Боге. Да говорят за Бог. Но написано, чтобы мы воздавали всю Бачи славу пишет, Господу. Бачи пишет, воздаваме цялата слава на Господу. Аминь. И Бог, Он Бог ревнитель. Господь и ревнив Бог. И Аня говорит, это Бог каза, его исцелил. Богу исцелил. То есть очень важно вот эти моменты. Много и важно в тези моменте да знаете, кто-то не может быть не понимает, зачем мы приходим тут, славим Бога, някой, может быть, не разбира, за что идваме, поем да славим, Богу, да хвалим Господь. Это постановление. То есть мы постановление, всю славу воздаем Богу. Цялата слава вот воздаваме на Господь. Исцеление, это, даже это чудо, наверное. Это вообще чудо, произошло. Което се вся случи, слава за это Богу. И цялата слава на Господь. И поэтому, знаете, я призываю сейчас, мы будем продолжать призываем сега да продължаваме да се покланяме, да го славим. И я вас призываю, знаете, просто благодарить Его. И призываем да го благодарим. За то, что мы имеем. За това, което имаме. Знаете, можно проснуться и сказать, ой, опять день наступил. Можем да се събудим да кажем, ето пак наступи деня. Опять проблемы. Пак има проблеми. А можно сказать, аллилуйя, слава Богу. Можем да кажем, аллилуйя, слава на Бога. Бог нам дает еще один день. Господь не дава още един ден. Знаете, мы когда молодые, мы не ценим, что мы имеем здоровье. И когато сме млади, ние не оценяваме, че имаме. Что у нас есть энергия творить какие-то дела. Че имаме енергия да вършим някакви неща. Но, когда, но с возрастом мы понимаем, обаче, что... Обаче с възрастта ние разбираме. Вау, у нас есть силы что-то делать. Че имаме силы да вършим нещо, слава на Бога. Солнце вышло, слава Богу. Солнце изгря, слава на Бога. Где-то война, а у нас мир, слава война, Богу. Тук е мир, аминь. Слава на Бога. Кто-то голодает, а у нас голодува, есть что кушать. Да у нас Наталья Петкова приготовила Наталья вот Петкова такой вкусный подготовь. Торт. Мы будем потом кушать его. Прямо торт на крайшие день. Аллилуйя! Давайте воздадим Богу славу. Слава и тебе, Господь. Слава. И мы будем сейчас славить тебя, поклоняться тебе. Аллилуйя!
Сердце моей жизни.